Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад всех вас видеть в малом зале театра имени Станислава Скоморохи Данченко на вечере «Большая Дмитровка, 17». Любимый для многих нас адрес. И для вас, зрителей, которые ходят в этот театр, знают досконально и спектакли, и артистов. И вот сегодня тот самый, мне кажется, счастливый случай, когда можно крупным планом поближе познакомиться с одним из главных персонажей в сегодняшней жизни музыкального театра имени Станислава Скоморохи Данченко. Это художественный руководитель балетной труппы Лоран Иллер. Только что вы увидели номер, о котором мы сейчас с Лораном поговорим, который исполнили Лоран Иллер и народный артист России Георгий Смелевский. Лоран Иллер – личность, на мой взгляд, уникальная, потому что у него интереснейшая судьба, интереснейшие перипетии этой судьбы, встречи с выдающимися личностями, которые сыграли огромную роль в его становлении, в его творческом развитии и в его триумфе как артиста, как художника, как этуаль парижской балетной труппы Парижской оперы. Потом началась у него блистательная педагогическая деятельность. И скоро будет 5 лет, как Лоран Иллер
является художественным руководителем балетной труппы театра имени Станислава Скоморохова Данченко. Я думаю, вы видели многие спектакли, которые за эти годы появились под чутким руководством Лорана и Лера. И это действительно новый день, новое дыхание в жизни театра. Театр, который сегодня обладает абсолютно таким современным хореографическим мышлением. Ну, это, в общем, хочется уже, чтобы на сцене появился наш долгожданный гость Лоран и Лер, и мы начнем нашу встречу, нашу беседу. Итак, я с удовольствием приглашаю на сцену художественный руководитель балета Музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко Лоран и Лер. И нам помогает Светлана. Да, Светлана. Добрый вечер. Поскольку Лоран еще не идеально знает русский язык, но я думаю, все впереди. Поэтому Светлана сегодня с нами. Лоран, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот тот номер, который сейчас вы исполнили с Гошей, это же было предназначено для какого-то события, да? Mais en fait, c'est arrivé par accident. On avait une soirée. En fait, pour être très franc, c'était une soirée où on a un problème sur un ballet. Un ballet s'est annulé sur une soirée mixte et en fait, il a fallu remplacer ce ballet. Et j'ai pensé qu'une série de pas de deux pouvait être bien. На самом деле у нас возникла проблема с одним сборным балетом, отменилась одна из его частей, и я подумал, что по ДД как раз можно туда добавить. Это потрясающе. На самом деле, я думаю, очень часто вообще в творчестве какие-то важные, интересные события случаются, вот как вы говорите, случайно. C'est, voilà. Moi, je trouve que c'est une chose importante que j'ai. On décide. On a une vision, on a une direction. Il y a des choses qu'on ne décide pas. Il y a des choses qui arrivent. Je pense qu'elles sont provoquées par ce que vous générez, par ce que vous faites aussi. Mais il y a des choses qui arrivent par surprise. Et c'était le cas pour ce duet. Да, это важно. Есть вещи, которые вы планируете, но есть вещи, которые вы не планируете, которые случаются сами по себе, но они генерируются тем, что вы делаете. И вот это случай с этим ПДД. Но мы сейчас, я думаю, по ходу нашей беседы, Thank you. You're welcome. По ходу нашей встречи, я думаю, мы поговорим обязательно и про случайности в вашей жизни, приятные случайности. Но вот, мне кажется, одна из таких базовых случайностей произошла, когда вы мальчик, который занимался гимнастикой, и, насколько я понимаю, делал успехи в этой области спортивной гимнастики, да, даже участвовали в чемпионате Франции, а это говорит о многом. Вот, пожалуйста, да, браво, совершенно верно. Я не прошу вас сейчас показать акробатический этюд. Non, c'est bien, ne demandez pas. Но я думаю, да, что хорошо, это было... не просите. Да, но я думаю, что это было прекрасно, поскольку, я повторяю, участвовать в чемпионате Франции – это уже достижение. Но вот что-то пошло не так? Или что это было, когда вы вдруг решили, или не вы решили, или случай, или мама решила, что мальчику надо идти в балет? Non, je suis arrivé dans un cours de danse par accident et en fait, mes parents ont déménagé, donc j'ai dû quitter le club de gymnastique. На самом деле, в класс танца я попал случайно. Мои родители переехали. Вот, как да, раз. И мне пришлось сменить мой гимнастический класс. Et j'ai un frère aîné qui avait un copain dont la sœur faisait de la danse et a priori c'était un très bon cours et voilà, je suis arrivé dans ce cours de danse. Par ce biais-là. У меня есть старший брат, у которого есть друг, чья сестра занималась балетом, и это был очень хороший курс, и вот так вот я туда попал. Потрясающе. У меня есть брат, у которого есть друг, у которого есть сестра. Ну, в общем, вот так вот цепочка привела Лорана в балет. Это жизнь. Думал ли этот друг, сестра, которого занималась в балете, как вот эта вот случайность приведет к явлению в области балета под названием Лоран и Лер. Je pense que c'est de la vie, c'est fait de rencontres. Alors j'ai eu de la chance, effectivement, de ce hasard. La vie est faite. Voilà pourquoi je vais faire un parallèle plus rapide. Mais voilà, aujourd'hui, je me retrouve
40 ans après, directeur d'une compagnie russe au Stanislavski. Voilà, c'est aussi, c'est pas simplement le fruit du hasard, ce sont des rencontres qui font que les choses se font, alors que personnellement, je n'avais rien prévu. Да, действительно, это случай еще и плюс встречи. И вот 40 лет спустя я руковожу балетом в русской труппе в театре Станиславского и Немировича Данченко. И это целая череда встреч, которые, и знакомств, которые меня сюда привели. Да, но, конечно, я не думал, что так случится. Ну да, но мы не будем так перепрыгивать через годы, десятилетия. Как-то вот хочется посмаковать вашу судьбу, поскольку она действительно очень интересная и яркая. Ведь обычно мальчики, ну, насколько я знаю, я балетом никогда не занимался, хотя я могу вот, например, вот так вот, у меня был, видите, как вот так вот встать. Спасибо. Пожалуйста. Себя, браво. Никогда балетом не занимался. Да. Но мальчики неохотно же идут в эту область обычно, насколько я знаю. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas posé la question. Ma passion pour la danse, elle n'est pas venue au départ, en fait. Elle est venue quand j'ai mis les pieds sur scène, véritablement. Мне сложно сказать, но лично у меня вот эта страсть к балету пришла, когда я вышла на сцену в первый раз. Вот так. Но это же произошло, когда вы еще занимались в балетной школе при Гранд-Опера, при театре, да? И опять же, вот насколько я знаю, может, вы меня поправите, опять же, случайность это или нет, что первый балет, в котором вы вышли на профессиональную сцену, это был Чайковский, это была «Спящая красавица». Да, абсолютно. Да? Абсолютно, да, да, да. C'était, à l'époque, c'était, j'étais un, j'avais 10 ans, et en fait, la Belle au bois dormant, il y avait besoin des petits pages. On suivait la traîne comme ça, et pendant, je voyais tous les divertissements, l'oiseau bleu, le chaboté, le prince, l'adage. Да, действительно. Мне было 10 лет, и в третьем акте «Спящей красавицы» есть пажи, которые выходят за троном, и поэтому я мог смотреть все знаменитые партии, которые там есть. Это и птица, и кошечка, и принц, и так далее. Et je me rappelle très bien de l'oiseau bleu. И я очень хорошо помню «Голубую птицу». Je voyais le danseur passer au-dessus de moi, enfin au-dessus plus haut que moi, quand il sautait. Когда танцор прыгал, он прыгал выше моей головы. Ну да, это очень эффектный же номер, да? Очень эффектная партия «Голубой птицы». Я себе сказал, что вот этим я хочу заниматься. Вот он в прямом смысле слова улетал, да, этот танцовщик, который был в «Голубой птице». Да, это был танцовщик, который назывался Патрис Барр, и который был famous в «Оазе Блю». Это был танцовщик по имени Патрис Барр, и он был знаменит в партии «Голубой птицы», и да, он действительно летал. Mais je dois dire aussi, je pense que la scène a été aussi un moyen d'expression formidable. Un moyen, parce que j'étais un petit garçon assez réservé, assez timide, et ça m'a permis ça a été un langage, j'ai découvert ce langage, le langage du corps pour exprimer ce que je ressentais. И я считаю, что сцена – это очень хороший способ самовыражения, потому что я был очень стеснительным и сдержанным ребенком, и как раз на сцене через язык тела я нашел способ выразить себя. Вот это очень интересно, то, о чем вы говорите, потому что действительно, вот если вы, как говорите, вы были робким, стеснительным ребенком, а сцена действительно – это какая-то магия, ты сюда выходишь, и ты уже другой, ты оставляешь свой характер за кулисами, да? Ты оставляешь свое «я» в какой-то мере, наверное, за кулисами. Ну, no, конечно. Конечно. Конечно, но мы, voilà, on a un habit, on joue un rôle, on est un personnage, et c'est une forme de protection. Le paradoxe, c'est une forme de protection qui nous permet de nous livrer totalement nous-mêmes. Да, мы надеваем костюм, да. У нас есть персонаж, роль, и это своего рода защита. Но вот интересно, когда вы для себя, какая-то, наверное, даже психотерапия, может быть? Peut-être. Да. Вот может быть. Да, а когда вы для себя поняли, что сцена вас, ну, в этом смысле, лечит, она вас меняет. Потому что на сцене, особенно в том положении, к которому вы в результате, к той точке, к которой вы пришли на сцене, будучи главным танцовщиком этуаль, да, театра, но без характера невозможно. Бесхребетный не может человек победить. Чудес не бывает. Какой бы он талантливый ни был, мне так кажется.
Mais vous savez, quand on est jeune, on y va avec ses convictions et son énergie et son envie et son énergie aussi. Et ce que j'aimais bien dans la danse aussi, c'est qu'il y avait une dimension physique, athlétique aussi, qui rejoignait un peu ce que j'avais fait aussi un peu dans la gymnastique. La gymnastique m'a beaucoup aidé dans la danse. Гимнастика мне очень помогла в танце, потому что я в танце вижу физическое измерение, которое очень важно. Хотя, когда ты молод, у тебя, конечно, есть еще свои какие-то убеждения. Mais, извините, je voudrais juste rajouter aussi une chose sur l'aspect côté psychothérapie. En fait, la chose l'erreur à ne pas faire pour un artiste, c'est de se servir de la scène pour évacuer ses névroses. Я хочу еще добавить по поводу психотерапии, что ошибка, которую могут совершать танцовщики, это использовать сцену как способ лечения неврозов. Surtout pas. Нет, ни в коем случае. Un artiste doit être au service de l'œuvre, d'un contexte, avec une liberté extrêmement grande dans l'interprétation. Mais faut pas se tromper de sujet, parce qu'on peut sortir du personnage. Moi, j'ai vu une scène de la folie qui m'a fait plus rire que pleurer, et je pense que cette danseuse qui faisait la scène de la folie, en fait, s'est trompée de sujet. Elle parlait d'elle-même au lieu de parler du rôle et du personnage. И очень важно при всей свободе, которая есть в танце, оставаться в рамках своего персонажа и служить тому произведению, которое вы танцуете. Да. Потому что я как-то раз смотрел сцену сумасшествия, и я больше смеялся над ней, чем плакал. Сцену сумасшествия, извини. Это имеется в виду из «Жизели», да? Балет «Жизель». Ну, да. И танцовщица, мне показалось, немножечко перепутала и танцевала какую-то свою проблему, а не «Жизель». Слушайте, вот вы сейчас такую тонкую материю затронули, потому что вот действительно, вот где грань? Артистка танцует вот сцену сумасшествия, да? Потом Альбер тоже над ней склоняется, и он как-то тоже реагирует на... Ну, вот это сумасшествие на смерть любимой женщины. Вот где эта грань, чтобы не появилась вот эта вот патология? И при этом, чтобы был убедительный образ. Mais parce que un ballet comme Gisèle, vous avez un texte, vous avez une chorégraphie, une pantomime qui raconte tout ça. Ну, потому что в балете, в Жизели, например, есть хореография, есть текст балета, который все это рассказывает. Je pense que ce qui est important pour l'interprétation, c'est de connaître le cadre dans lequel vous évoluez. Мне кажется, что очень важно понимать, в каких рамках вы развиваете своего персонажа. C'est-à-dire le contexte, l'époque, la situation, мама, le prince, l'amour, etc., etc. Et après, une fois que les choses sont claires, et vu le contexte et vu l'époque, il y a des choses qui pouvaient se faire et qui ne pouvaient pas se faire. Важно знать контекст, эпоху, историю. Вот есть мама, есть принц, есть Жизель. И когда уже понимаешь вот эти рамки, понимаешь, как ты можешь выражаться за своего персонажа. Mais je trouve que Gisèle est le plus bel exemple du. C'est un chef-d'œuvre dans la construction entre le premier et le deuxième acte. C'est une histoire tellement bien structurée, articulée. C'est absolument. Il suffit de suivre l'histoire. Après, il faut la vivre, bien évidemment. Il faut la vivre avec ses émotions, mais la vivre juste. Мне кажется, что Жизель это вообще шедевр конструкции, потому что она идеально спланирована и сконструирована. Первый акт, второй акт. И очень важно понимать эту конструкцию, быть в рамках этой конструкции и выражать своего персонажа, оставаясь в этой конструкции. Но ведь наверняка, вот вы так сейчас интересно и очень структурно говорите об этом, но вы наверняка не сразу это поняли, почувствовали, когда пришли в театр, когда начали работать в кардебалете, или у вас прямо такое вот мышление, взрослое, скажем так, профессиональное мышление появилось достаточно рано? J'ai compris, enfin, il me semble-t-il, quand j'ai eu la chance d'avoir de bons professeurs aussi, de bons pédagogues. Мне повезло, у меня были очень хорошие педагоги. Mais ça a toujours été important pour moi de comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Но для меня всегда было важно понимать, что я делаю и почему я это делаю. Une forme de cohérence. Quand on raconte une histoire, il faut la suivre simplement l'histoire. Et la question, c'est toujours, c'est ce que je dis aux artistes, aux jeunes artistes, mais posez-vous la question pourquoi. On ne trouve pas toujours systématiquement la réponse, mais se poser pourquoi. Pourquoi dans un ballet, il y a telle action suivie par une autre. Il faut suivre le déroulé. Il y a une logique dans tout ça. La cohérence, elle est très importante. Et je pense que la cohérence, elle est absolument indispensable pour le public aussi. Мне кажется, очень важно понимать соответствие и логику того, что происходит. И молодым танцовщикам я часто говорю, задавайте себе вопрос «почему?». Может быть, вы не сможете на него ответить, да, но очень важно понимать «почему?». И чтобы была какая-то логика в том, что вы делаете. И я считаю, что для публики тоже очень важно, чтобы была какая-то логика. Я в свое время снимал фильм про выдающуюся нашу балерину Майю Плисецкую.
Я задал ей вопрос, который меня очень интересовал. Когда вы в балете почувствовали, что вы можете добиться больше, чем другие? Майя ответила мне таким образом. Она сказала, ну, так вот в жизни не задаешь себе вопросы, наверное, такие, и не отвечаешь. Она говорит, я тебе лучше байку расскажу. Идет мужик по рынку, навстречу мальчик. Говорит, мужик, ты когда спать ложишься, ты бороду на одеяло кладешь или под одеяло? Мужик думал, думал и спать перестал. Но это так, это аллегория. Да, а вот как вы бы ответили на этот вопрос? Moi, je pense que le métier de la danse, c'est à la fois le métier d'artiste, c'est à la fois de la réflexion, de la pensée, mais on est dans le concret. Мне кажется, да, очень важно, конечно, думать и понимать, но да. C'est très concret. Танец – это очень конкретно. On a la chorégraphie, on a l'écriture et on a une histoire à raconter. Je pense qu'il faut être pragmatique. Et après, il y a un temps pour la réflexion. И у нас есть конкретная хореография, рисунок, танцы, и нужно в этом плане быть прагматичным. Но вот у нас есть хореография. Et il est important de se poser des questions, se dire pourquoi ceci, pourquoi cela, que tout nous paraisse logique et cohérent, c'est très important. Есть время для рефлексии, когда можно понять, почему так, а почему вот так, и вот можно в эту рефлексию погрузиться. Et après, il faut y aller avec conviction, parce qu'être артиste sur le devant de la scène, il ne faut pas avoir de doute. Но потом нужно просто идти и танцевать, yeah. потому что когда ты артист на сцене, это не место для сомнений. Parce que vous avez la responsabilité de l'histoire, enfin dans votre part à vous, vous avez cette responsabilité. Потому что у вас есть ответственность за вашу партию. Vous avez aussi la responsabilité à travers ce que vous êtes d'avoir un corps de ballet qui soit totalement avec vous, vous emmenez aussi votre énergie à le corps de ballet, on a aussi besoin. У вас есть ответственность перед кардебалетом, который вы в каком-то смысле ведете, вы заряжаете энергией. Comme vous avez besoin du corps, de l'énergie du corps de ballet, c'est quelque chose mystique. И в то же время вам важна энергия кардебалета, то есть это очень взаимная история. Mais je vais juste je termine. Vous avez cité Maya Plissetskaya, j'adorais Maya, et on a aussi, moi j'ai beaucoup travaillé avec une danseuse qui s'appelle Guylaine Tesmar. Я обожаю Майю Плисецкую, но я много работал с Элен Тесмар. Et qui disait une chose très juste. Par moment, quand on est sur scène, il faut avoir une très haute image de soi-même. Которая говорила, что когда ты на сцене, нужно быть очень хорошего мнения о себе. Il faut faire, et pour faire les choses sur scène et avec certitude, conviction, il faut pas douter de soi. Alors, il s'agit pas d'être prétentieux sur scène, bien sûr. И нужно иметь уверенность, чтобы хорошо делать на сцене, что ты делаешь, но претенциозным быть, конечно, не нужно. Но все-таки вот, если мы говорим о таланте. Я снимал вот этот фильм про Плисецкую, когда ей было уже 70 лет, и она продолжала танцевать. Я видел ее в классе, когда она работала, подсказывала что-то молодым артистам. Но никто повторить не мог ее ни жестов, ни какой-то энергии, даже близко не было. Я про это. Вот вы когда танцевали в кардебалете, вы же начинали с кардебалета, как все. У вас не было страха, что это на всю жизнь? Ну. No. Нет. 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 Non, non, non. Alors, quand on parlait, il y a un moment, faut pas avoir de doute. J'ai eu la chance de pouvoir y arriver, mais j'ai toujours eu la conviction, pardon, mais que je serai étoile un jour. J'ai toujours eu cette conviction. У меня всегда была уверенность, что я стану этуалем в один однажды. Mais je pense que beaucoup ont cette conviction aussi. J'étais pas le seul. C'est pas parce que j'ai eu cette conviction que j'y suis arrivé. Ça a pu aider peut-être, mais pas seulement. Ну я не один такой. У многих есть убеждение, что когда-то они станут премьерами и примами. И я думаю, что это тоже помогает, но не только это, конечно, помогает. Mais je voudrais dire une chose aussi pour les danseurs, parce que j'ai entendu, c'est normal, dans ma jeunesse, oui, mais ah, ce danseur, s'il avait voulu, il aurait fait une belle carrière. Ce danseur ou cette danseuse, si elle avait travaillé, si elle avait voulu, elle aurait fait une belle carrière. И говорят часто о каких-то танцовщиках, что вот, если бы он захотел, он бы сделал себе хорошую карьеру, и она тоже, если бы захотела. Eh ben non, нет, non. Нет. Non, la volonté, le fait de travailler, le fait de le vouloir, le fait d'avoir une conviction, le fait d'être, c'est important. Pourquoi? Je connais des danseurs qui ont des qualités techniques formidables, qui sont très très bons danseurs, mais qui font pas de carrière, qui font parce que il manque ce voilà pourquoi les choses ne se font pas, le fait de vouloir, cette volonté, cette conviction, si on ne l'a pas, on n'y arrive pas.
И я знал прекрасных танцовщиков, которые великолепную технику имели, великолепно танцевали, но не достигли каких-то успехов в карьере, потому что у них не было этой уверенности, этого убеждения, что да, они это могут. Так что это все-таки очень важно. Это очень важно, но еще важно, я так полагаю, это и учителя, педагоги, хореографы и те, кто рядом с тобой. И сейчас мы подходим к очень важному, волнительному моменту в нашем разговоре. Естественно, мы поговорим, и мне очень хочется, чтобы мы поговорили о человеке, который действительно сыграл колоссальную роль в вашей судьбе и, наверное, во многом изменил вашу судьбу творческую. Это Рудольф Нуреев. Но перед этим я хочу вот о чем сказать и показать. И вы все, конечно, знаете, что в Большом театре идет балет «Нуреев». Наверняка многие из вас этот балет видели. И там есть совершенно удивительная сцена, когда чтец, драматический актер, я гордо могу сказать, что в этой роли участвует в этом спектакле мой брат Игорь Верник, он читает на сцене письмо, написанное Лораном и Лером, как бы обращенное к Рудольфу Нурееву. И на сцене в этот момент Игорь, танцовщик, премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин и арфа Александр Балдачев, арфист. И мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас этот короткий фрагмент посмотрели из балета. И я хочу сказать благодарность Большому театру, который предоставил нам этот фрагмент для нашего сегодняшнего вечера. Дорогой Рудольф, ты появился в балетном зале в своем большом халате, сабы, шерстяной шапочкой и с чашкой чая в руке. И то, чего я так боялся, произошло. Ты встал у станка прямо рядом со мной. Мне было 18 лет. Я видел тебя впервые. В течение месяца я работал под твоим внимательным взглядом. Я был восхищен. Я был восхищен невероятной точностью и страстью, с которой ты выполнял каждое движение, каждую комбинацию. В последующие годы нашей работы и дружбы ты дал мне понять, что свобода исполнителя не может существовать без уважения к хореографическому языку и что красота танца возникает только через преодоление самого себя. Одним из любимых слов у тебя было слово «работа». Я понимаю всю твою правоту, это и мой принцип, и я никогда не перестану им руководствоваться. С вечной благодарностью, Лоран и Лер, 2017 год. Лоран, а сейчас я бы хотел небольшой сюрприз. Сейчас в зале находится мой брат Игорь, который читал это стихотворение. Я бы хотел прямо сейчас вас с Игорем познакомить. Если вы не против. Игорь, подойди, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Браво. Лоран, для меня это, конечно, это уникальное какое-то событие. Это большая честь, потому что я на спектакле читаю ваши строки. И, знаете, это как, звучит как факт истории. Факт истории, потому что ваше письмо соединяет нас с этим великим танцовщиком Рудольфом Нуреевым. И это невероятно, что вот вы здесь, что я держу вашу руку. Честно, потрясающе. Спасибо вам за эти строчки. Спасибо. Это действительно письмо, я уверен, которое поможет очень многим танцовщикам, вообще актерам, людям, которые выходят на сцену, осознавать, ради чего они выходят и как нужно работать для того, чтобы стать кем-то. И тот урок, который преподал вам Рудольф Нуреев, теперь воплощенный в вашем труде, в вашем успехе, вы передаете тем, кто вновь вслед за вами выходит на сцену, в том числе и мне. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Я очень рад, что у нас есть такая возможность вот в рамках этих вечеров встречаться с такими уникальными людьми, узнавать ваш опыт, узнавать вашу личность, узнавать ваш путь, для того, чтобы как-то соразмерять то, что делаем мы с тем, что делаете вы, и, конечно же, учиться. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.
Я хочу сказать, что мы с Игорем двойняшки. У нас 15 минут разница, но мы очень разные. Mais je voudrais dire quelque chose, parce que je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'extraordinaire ou hors du commun. Я хочу кое-что сказать. Я никогда не считал себя кем-то выдающимся или экстраординарным. Je pense, je dis aux danseurs, je dis, mais en fait, je crois que chacun, c'est ce que je pense, je crois que chacun a en soi la possibilité, on a tous de l'amour, de la haine, de la passion, plus ou moins peut-être, mais dans des doses différentes, de la colère, des bonnes choses, des mauvaises choses, on a tous ça en nous. В каждом из нас есть любовь, ненависть, страсть, ярость, что-то хорошее. В разных пропорциях, но в каждом из нас это есть. C'est la nature humaine. Это человеческая природа. Et ce métier, c'est de montrer ce qu'il y a de plus merveilleux dans la nature humaine. И моя профессия как раз позволяет показывать, что наиболее удивительного есть в человеческой природе. Mais je crois que peut-être ce qui fait la différence entre certains artistes, c'est cette capacité à pouvoir à accepter aussi de montrer ce que nous sommes réellement. И мне кажется, то, что отличает некоторых артистов, это их способность и готовность принять то, что они могут показать, что есть в них самих. Je me suis montré, j'ai eu des rôles de guerrier dans la Bayadère de Solor, où je me suis battu très athlétique. У меня, например, была роль Солора, воина в Байдерке, да, который дерется. И à la fois dans des rôles, je crois que c'est souvent les artistes ont peur de montrer leur faiblesse. И мне кажется, часто артисты боятся показать какую-то свою слабость. Mais je pense que c'est quand on accepte de montrer ses faiblesses qu'on est peut-être plus fort d'ailleurs. Но мне кажется, что когда мы готовы показать свою слабость, мы становимся сильнее. Отлично. Et il faut accepter, ce sont des moments merveilleux de, je veux dire, aujourd'hui avec mon expérience, mon grand âge aussi, mais je peux me mettre à genoux de n'importe quelle femme et de penser que c'est une Juliette ou de penser que c'est une héroïne ou qu'importe, c'est possible. И сегодня, несмотря на мой опыт и возраст, я готов встать на колени перед любой женщиной и поверить, что она Джульетта или какая-то героиня. Это не важно. Et je dis aux artistes, mais prenez ce risque, n'ayez pas peur. Finalement, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. On peut être un petit peu ridicule, mais la sincérité n'est jamais ridicule. И я говорю артистам, не бойтесь этого, сделать что-то такое. Ну что может случиться плохого? Мы будем выглядеть смешными. Ну и что, если мы будем выглядеть смешными? Ничего страшного. Ce qui est ridicule, c'est quand on fait quelque chose à moitié et qu'on a cette espèce de distance, à la fois on joue un rôle et en même temps il n'y a pas cette vérité. Donc là, on devient un peu ridicule parce qu'il y a un décalage. Et c'est ça qui n'est pas bien. Мы становимся смешными, если делаем что-то не до конца. Если остается зазор между нами и ролью, и мы как бы не совсем в нее входим. Вот это действительно смешно. Et je crois que si on a conscience de ça, après, il n'y a pas qu'une seule méthode, bien sûr. Je n'ai pas la vérité suprême, il y a plusieurs vérités. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir toucher non seulement le public qui a l'habitude aussi, mais c'est de toucher aussi un jeune public. Pour toucher les jeunes générations, il faut avoir ce langage-là. И, конечно, я не истина в последней инстанции, но мне кажется, что еще очень важно это затронуть молодую публику и смочь как-то до нее достучаться. Parce qu'on triche, on ne peut pas tricher avec un public qui connaît le monde du spectacle ou qui a, on peut pas tricher avec ce public qui sait déjà. И как-то не похитришь с публикой, которая знает спектакль. Mais on peut encore moins tricher avec un public qui ne connaît pas l'art de la danse ou du théâtre. Но с публикой, которая не знает искусство танца и не знает театр, хитрить еще сложнее. Parce qu'un public plus averti a aussi a compris un peu, il a déjà une éducation par rapport au nombre de spectacles, il a cette connaissance, donc il a des repères. А у публики, которая понимает в балете, она готова, может быть, что-то простить. У нее уже есть опыт, она что-то в этом понимает. Mais un public, une personne qui n'a jamais vu de spectacle de ballet ou de théâtre, et je pense que là, il faut vraiment le conquérir et le toucher pour qu'il revienne. А публика, которая в театре никогда не была, очень важно смочь ее затронуть, чтобы возникло желание вернуться в театр еще. То есть вот, забегая вперед, я хочу сказать несколько слов про балет Ахада Нахарина, да, где возникает интерактив со зрителями, когда артисты приглашают зрителей на сцену,
И зрители приходят, робко начинают танцевать, а потом так входят во вкус, что их со сцены и не уведешь. Это как раз тоже к вопросу о природе. Танец, который тебя раскрепощает внутренне, да? Раскрывает какие-то, может быть, те возможности, о которых ты даже не подозреваешь. Bien sûr. Mais c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est d'avoir des expériences différentes. Mais je veux dire que cette expérience avec Minus 16, enfin Minus 16 d'Oad Naharin, c'était une relation avec le public, que le public puisse avoir cette interférence à la fois sur scène, parce que je crois que c'était un moment formidable d'échange, de communication. C'était un moment très important. Да, в балете Минус 16, это действительно очень важный момент этого взаимодействия с публикой. Et j'étais à la fois, j'étais dans la salle tous les soirs, mais et de voir en fait, il y avait pas de réticence. Tout le monde est venu sur scène. Enfin, le public, ça peut être le fait d'être sur scène, d'être sous le regard des autres, ça pouvait être. Et en fait, le public venait, prenait du plaisir en scène. C'était formidable de voir ça. C'était formidable. И я каждый вечер был в зале, и никто не отказывался в итоге выходить на сцену, и все в итоге получали удовольствие. И да, это было здорово. А еще сколько будут получать удовольствие? Oui, mais d'ailleurs, je peux dire, c'est juste parce que il y a, évidemment, c'était les places d'orchestre. Ну, конечно, это были места в партере. Je sais qu'il y a des gens qui étaient au balcon et qui râlaient un petit peu de ne pas pouvoir être choisis. И я понимаю, что есть люди в билетаже, которые смотрят на это и думают, эх, почему мы не там? Ну а что им мешает купить билеты в партер на следующий спектакль и поучаствовать в этом прекрасном представлении? Да, очень хорошо. Знаете, вот мы посмотрели фрагмент из балета «Нуриев», и вот правильно, как Игорь сказал, вы удивительно тонко и точно сказали о своих ощущениях, связанных с Рудольфом Нуреевым, которого вы увидели первый раз. Вы были в классе, и он вошел. А вы помните вообще вот эти ощущения, когда первая встреча с Нуреевым – это оцепенение, это робость, это шок, или что это было? Вы же не могли тогда предположить, насколько тесно ваша творческая судьба на протяжении многих лет будет связана с жизнью и творчеством Рудольфа Нуреева? Le studio n'était pas très grand. Класс был небольшой. Et en fait, il est arrivé, il était en face à quelques mètres, et quand vous aviez à la fois cette personnalité, vous savez, j'ai encore regardé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a des choses qui passent de temps en temps. Je passe pas mon temps sur YouTube, mais c'est important aussi pour les recherches. И Нуреев был буквально в паре метров от меня, и я иногда смотрю какие-то вещи на YouTube, я много времени там не провожу, но для каких-то поисков это бывает важно. Et pour une fois, j'ai lu les commentaires, parce qu'il y avait, c'était sur une variation justement de La Belle au bois dormant, il y avait plusieurs versions, Nureyev, d'autres artistes, il y avait moi, il y a d'autres artistes. Des fois, ils font des comparaisons entre les variations de chacun, de plusieurs artistes. И было видео с вариациями из «Спящей красавицы». Там был я, там были еще какие-то артисты. Опять часто... «Спящая красавица». Да. Да. Часто бывают видео, где сравнивают вариации в исполнении разных танцовщиков. И tous les commentaires d'aujourd'hui, c'était Rudolf. Rudolf. И все комментарии, написанные сегодня, были Рудольф. Rudolf. Il y avait Rudolf, il y avait un truc, quoi. C'était une personnalité hors du commun. Il avait un charisme et un regard et une façon... Et c'était une personne unique. Comment décrire? Il parlait pas bien le français, mais il trouvait toujours les mots justes. Рудольф Нуреев, конечно, уникальный, выдающийся и неповторимый человек. У него была невероятная харизма. Он не идеально говорил на французском, но он всегда находил самое точное слово. Pas forcément les bons mots. Может быть, не хорошее слово, не правильное слово. Mais trouver les mots qui avaient une signification presque encore plus grande que la normale. Но он находил слово, чье значение было больше обычного. Et puis voilà, je peux en parler des heures et à la fois c'est difficile. Comment expliquer qu'un personnage, un charisme incroyable, cette personnelle, quand il entrait dans une pièce, le ton baissait, il y avait quelque chose qui se passait. C'était Rudolf Nureyev. О Нурееве я могу говорить часами, но очень сложно вот это вот описать словами, потому что как описать, когда человек входит в комнату и что-то происходит?
эта невероятная харизма заполняет помещение, и, ну, это Рудольф Нуреев. De toute ma vie, et c'est pas simplement parce que j'ai travaillé avec lui, que je l'ai admiré, c'est plus que ça. И это не только потому, что я с ним работал, и я им восхищался. Mais c'est la personne pour moi dans ma vie que j'ai rencontrée qui avait le plus de charisme. Но для меня это человек в моей жизни, который имел наисильнейшую харизму из всех людей, кого я встречал. Ну вот еще одно мое такое профессиональное воспоминание, да, наблюдение. Несколько лет назад Наталья Макарова в театре Станислава Мировича Данченко делала свою версию Байдерки, да. И мы с ней сделали тогда вот большое интервью, беседу. Я с огромным уважением отношусь к этой великой женщине. И я ей задал вопрос, а кто вам ближе по духу, Нуреев или Барышников? Макарова сразу сказала Барышников. С Нуреевым, сказала она, было очень сложно. Но на сцене, говорила она, все это, конечно, забывалось. Прям процитирую, она сказала, как он в «Ромео и Джульетте» запрыгивал, как дикое животное, на катафалк, где я лежала, и как он был в этот момент прекрасен. Oui, mais après, c'est trois personnalités exceptionnelles aussi, que ce soit Makarova ou Baryshnikov, Rudolf. Mais c'est vrai que, quand on voit les vidéos, certaines vidéos de Rudolf, je pense que ça ne rend pas ce que ça rendait à l'époque. Да, это все три, конечно, выдающихся человека, и Макарова, и Рудольф, и Барышников. Но сейчас, когда я смотрю видео Рудольфа, мне кажется, что они не передают то, что передавалось тогда. Je pense qu'il y avait, voilà, entre un écran, c'est quelque chose... Parce que je pense que Baryshnikov avait une technique, il est toujours... avait une technique plus grande que celle de Rudolf. Я думаю, что технически, да, техника Барышникова была сильнее, чем у Нуреева. Les sauts, les pirouettes, et, прыжки, пируэты. Отточенность такая, да? Je ne sais pas si c'est plus juste. En tout cas, il faisait plus de pirouettes. C'était quelqu'un qui avait une technique plus grande, plus affirmée. Ну, не знаю, более точная или нет, но он делал больше прыжков, больше каких-то технических элементов. Et moi, Baryshnikov m'a beaucoup inspiré dans, aussi dans l'interprétation. C'est quelque chose, on parle de... J'ai vu Baryshnikov dans Gisèle et c'était absolument incroyable. И Барышников меня очень вдохновлял. Я видел, например, его в «Жизели», и это было невероятно. Je trouve que la différence entre Misha et Rudolf, c'était Rudolf était plus avait une théâtralité un peu plus grande, et Misha avait un, c'était plus l'acteur studio, c'était plus l'acteur de théâtre véritablement. Il y avait une différence pour moi entre les deux dans leur façon d'être sur scène. Rudolf avait plus de une théâtralité, côté plus théâtral, et Rudolf et Misha avait quelque chose de plus acteur, comme un acteur de cinéma. У Рудольфа было больше театральности, а Миша был более как актер кинематографический. Вот это разница для меня в них. Et c'est d'ailleurs un point très important pour moi aujourd'hui, un sujet de discussion très important pour l'avenir des ballets classiques aussi. И это очень важная, кстати, тема вообще про для классического балета сейчас. Кстати, пропо, вы же с Барышниковым тоже работали, когда в Риме восстанавливали его версию Дон Кихота, да, в 17 году? Oui, oui, tout à fait. C'était, je me suis, en fait, peut-être c'est long à raconter. Vous croyez que c'est... Да, но это как-то очень долго рассказывать, может быть. Non, mais j'ai rencontré Misha, j'aime beaucoup Misha. Et en fait, il m'avait demandé simplement de remonter sa version parce que lui n'avait pas le temps de s'en occuper. Я очень люблю Мишу. Он меня, да, попросил восстановить его версию, потому что у него не было времени этим заниматься самому. Et il m'a dit, s'il y a des choses que tu aimes, tu les gardes, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu les enlèves. И он мне сказал, сохраняй то, что тебе нравится, убирай то, что тебе не нравится. Et il ne restait que le film, en fait, de sa production, rien d'autre. От его спектакля остался только фильм, больше ничего. Donc dans le film, il manquait des scènes que j'ai refaites, des scènes de corps de ballet. И в фильме не доставало каких-то сцен, и я их создал сам, там, например, кордебалет. Mais j'ai gardé toutes les parties sur les solistes. Но я сохранил все партии солистов. Parce que je ne sais pas si cette variation mythique de Misha, où il termine avec les deux gobelets, c'est une variation sublime, j'ai gardé ça, évidemment. Et, конечно, вот эту вот потрясающую вариацию, когда Миша заканчивает с двумя кубками, я, конечно, ее сохранил.
Возвращаясь к Нурееву, только факты. Через 4 года после того, как вы пришли в театр, Нуреев вам, будучи директором балетной труппы, насколько я понимаю, поручил первую главную партию, партию Франца в балете «Делиба» «Капелия». То есть он вас заметил, он вас выделил, он вас поверил, он дал вам шанс. И, судя по всему, вы этот шанс оправдали, потому что последовали другие центральные партии, и «Сон летнюю ночь», и так далее, и так далее, и так далее. Прошло некоторое время, вы станцевали «Лебединое озеро» в постановке, что характерно, Владимира Бурмейстера, который многие годы был художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского Немировича Данченко. Тоже такой звоночек. И после этого Нуреев вас возвел в ранг «Этуали». Угу. То есть я к чему это говорю? Можно восхищаться, сколько угодно говорить про его харизму, но факт – упрямая вещь. Этот человек вас поверил, он дал, повторю, вам шанс, и он определил вашу угу. судьбу на многие годы. Oui, mais j'étais pas le seul. On était quelques-uns à avoir cette chance. Да, но я был не один. Нас было несколько, у кого была такая удача и такой шанс. C'est vrai que j'étais le premier à avoir cette chance. Действительно, я был первым, кому это выпало. Mais il fallait pas le décevoir. Но нужно было его не подвести. Il y a une chose que Rudolf détestait. Одна вещь, которую Рудольф ненавидел. C'était que les danseurs soient un peu à l'économie. Это если танцовщик начинал экономить. Vous savez, силы. La force, oui. Vous commencez un trois actes et vous vous dites, ok, je fais ça, mais après, je gère un peu mon énergie de telle manière à être sûr d'arriver au troisième acte. Когда вы начинаете в первом акте, вы думаете, так, вот мне надо поберечь энергию, чтобы к третьему акту ее хватило. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas, c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais, lui. Он сам это никогда не делал, и это то, чего он не терпел у других танцовщиков. Même quand il avait 50 ans, il disait, mais si moi je le fais, vous pouvez le faire, encore plus. И даже в 50 лет он это делал, и он говорил, если я в 50 лет это делаю, то вы тем более должны это делать и можете это делать. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est des moments aussi de, où on croise des gens incroyables. Sur cette première de Coppelia, c'était au théâtre des Champs-Élysées. И я хочу рассказать еще о встречах с невероятными людьми, вот во время Капелли в театре Champs-Élysées. Et donc j'ai pris le cours sur scène. Sur le plateau, il y avait des bars, j'ai pris le cours я de danse. Я занимался танцами на сцене, там были станки. Станки, да, да. Репетировал. Да. Ага. Класс. Класс. Ага. Et il y avait Rudolf Nureyev, il y avait Baryshnikov, il y avait Makarova, il y avait Fernando Bourones et les deux artistes, moi et la danseuse. Et on... Там были вот все эти люди и еще два танцовщика. Одновременно. En même temps. Да, одновременно. Et c'est des moments d'histoire pratiquement parce que c'est incroyable. Uh-huh. Это просто исторический момент, это невероятно. J'avais 20 ans et je me retrouve au milieu de ça et parmi des superstars et j'ai gardé un souvenir, c'était juste quelques heures avant le spectacle que je faisais. Quand on parlait de rencontres dans la vie aussi, voilà, c'est des moments assez exceptionnels, c'est la chance de pouvoir les vivre. И мне было всего 20 лет, и за несколько часов до спектакля я был в окружении этих людей. Это, конечно, невероятное воспоминание, которое я храню все эти годы. А я представляю, какой адреналин был в этот момент у юного Лорана и Лера. Mais complètement. Et vous savez, la seule fois où Rudolf m'a dit спокойнее. Да? Это единственный момент, когда Рудольф мне сказал спокойнее. C'est parce que je faisais le cours à fond et le milieu uh-huh. et les crocs et coupé. Потому что я все элементы класса с каким-то невероятным усилием выполнял. Il m'a dit, il y a le spectacle ce soir. C'est la seule fois où je l'ai entendu me dire ça. И Рудольф мне сказал, спокойнее, сегодня вечером спектакль все-таки. Экономим силы для сцены, да? Да, это был единственный раз, когда он мне это сказал. Mais prendre un cours avec que des légendes vivantes autour de soi, c'est inouï, c'est incroyable. И делать класс с такими живыми легендами вокруг тебя, это просто невероятно. Да, невероятно. Счастливчик. А вот мне, опять же, вот очень интересно узнать, вот коли мы эту тему затронули, какая самая любимая, самая радостная, самая счастливая работа была с Нуреевым? Над каким спектаклем? Над какой партией? Avec Rudolf, j'ai beaucoup de souvenirs. On a travaillé beaucoup de choses. Vous savez, le premier concours de Paris... Мы много работали с Рудольфом, очень много, конечно, у меня воспоминаний. Вот я сейчас расскажу первый конкурс в Париже. Rudolf nous avait demandé, à Isabelle Guérin et moi, de préparer ce concours.
И Рудольф попросил меня и Элизабет Герен подготовиться к этому конкурсу. Et à cette époque, Rudolf voulait faire son lac des cygnes, sa version du lac des cygnes à Paris. И вот в тот момент как раз Рудольф собирался делать свою версию Лебединого озера в Париже. Et le corps de ballet voulait garder la version Бурмейстера. А кор де балет хотел оставить версию Бурмейстера. А, потрясающе. Это какая-то невероятная смесь. Бурмейстер и Нуреев, оказывается, как-то сошлись в одной точке. И вашей судьбе, и судьбе Рудольфа Нуреева. Et donc l'ambiance, comme le corps de ballet, tout ça, c'était un peu avec Rudolf, ça se battait. И кор де балет немножечко так был в напряжении с Нуреевым. Et nous, avec Isabelle Guérin, on travaillait avec lui, mais c'est lui qui nous préparait pour travailler La Belle au Bois Dormant, Le Lac des Cygnes, ses versions, et pour les Champs-Élysées. Isabelle Guérin et moi, nous travaillions avec Нуреевым, il nous préparait Лебединое озеро, Спящая красавица, как раз для Champs-Élysées. Et on a fait le concours dans une atmosphère un peu tendue. И мы провели конкурс немножко в напряженной атмосфере. Parce que puisqu'on travaillait avec Rudolf, on était considérés comme faisant partie de l'autre côté par les danseurs. Потому что поскольку мы работали с Рудольфом, нас воспринимали как на его стороне баррикад находящихся. А прямо такой острый конфликт был, да? C'était un peu tendu, oui. C'était tendu, oui. Напряженно. Et donc, je me souviens, on n'a pas gagné ce concours avec Isabelle Guérin. Мы не выиграли этот конкурс, кстати. Et je me rappelle très bien Rudolf qui était. On a fait le gala après le concours, donc on était deuxième. Мы заняли второе место, и после конкурса был гала-концерт, мы в нем участвовали. Et le jour du gala, avec beaucoup de chance, j'ai fait un double assemblé sans bouger en arrivant sur mes deux pieds. И я сделал double assemblé и приземлился на две ноги. Et je sais que Rudolf fait voilà, voilà. И Рудольф сказал voilà, вот, вот. Mais tout ça pour dire que, à la limite, c'est une anecdote, mais que les concours, c'est une très bonne expérience, les concours. Конкурс – это, конечно, очень хороший опыт. Mais c'est pas ce qui fait votre carrière. Но это не то, что делает вашу карьеру. C'est ce que vous apprenez dans le concours qui est important. Важно то, чему вы научитесь, участвуя в этом конкурсе. Mais après, c'est parce que les concours, voilà, vous faites des pas de deux. Mais la vie d'une compagnie, c'est autre chose. Да, в конкурсе вы делаете pas de deux, но жизнь театральной труппы – это другое. Но все-таки вы не можете, я так понял, назвать любимую партию, подготовленную с Нуреевым. Или можете? Non, j'ai pas, en fait, j'ai pas un ballet, le rôle favori, c'est compliqué. J'ai travaillé Sleeping Beauty, Libidine au zéro, Roméo et Juliette, Don Quixote. J'ai travaillé tellement de choses, Bayadère, peut-être Bayadère, parce que c'était le dernier, peut-être. Я даже не знаю, я столько ролей готовил с Рудольфом. Лоран перечислил эти роли, да. И он говорит, что, ну, может быть, Байдерка, поскольку она была последняя. Это была последняя работа ваша с Нуреевым, да? Да. Да, да. И это как раз, вот вы говорили о том, что занятия гимнастикой вам помогли физическую форму, да, свою держать. И это тоже отличает вас от многих танцовщиков, потому что вы такой мужественный танцовщик при вашей такой визуальной, может быть, субтильности, но такая мужественная упругость всегда была. И, наверное, в партии с Алорой это прозвучало на 100%. Воин. Mais en fait, je pense que j'avais en tant que cette expérience de gymnastique, c'est que je n'ai jamais eu peur de sauter dans les airs, de me balancer. La peur de, vous savez, quand on fait une figure un peu acrobatique, un peu, c'est la peur de se lancer. 80% du succès de ce genre de pas très athlétique, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'y aller. 80% успеха в таких вот физических ролях и физических каких-то движениях в танце – это не бояться их сделать. И как раз поскольку у меня было прошлое гимнаста, я не боялся прыгать, я не боялся что-то делать такое экстраординарное. Parce que la gymnastique, je pense que ça vous apprend comme les chars tombés sur vos pieds, quoi qu'il arrive. И гимнастика вас учит приземляться на четыре лапы, да, как кошку. Vous savez, dans la danse aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut se battre, il faut aller remporter des victoires. C'était un peu comme, pas des compétitions, mais des compétitions avec soi-même. Il faut se battre, il faut avoir du courage quand on est danseur, qu'on fait une variation. Le plus dur, c'est toujours à la fin, c'est jamais au début. И в балете, что еще мне нравится, это то, что нужно как-то соревноваться, драться, нужно соревноваться с самим собой. И мне кажется, это очень важно.
И в вариации самое сложное в конце, а не в начале. Et je pense que quand le public sent votre énergie, votre enthousiasme, même s'il peut y avoir une erreur, c'est pas grave. Le public est capable de sentir ça, bien sûr. Donc il partage ce moment, il partage cette énergie. И мне кажется, что если публика чувствует ваш энтузиазм и вашу энергию, то даже если вы ошибетесь, она все равно чувствует вместе с вами. Здорово. Не могу не спросить. Вот балет Нуреев, вы же видели этот балет, да? Балет Нуреев. Который начинается с сцены аукциона, когда аукционист продает вещи невиданной роскоши из дома, из гардероба Нуреева. Вы же бывали у него дома, да, насколько я понимаю? И действительно, это какая-то такая роскошь, в которой ты утопаешь, ты можешь утонуть. Да. Это действительно такой вот музей? Да. Вообще в этом можно жить нормальному человеку? Oui. Да. C'était très théâtral. Non, mais c'était d'un goût formidable. Все было с невероятным вкусом. Mais je me rappelle, j'ai vu ce premier acte pour moi était très très nostalgique et émouvant, le Nureyev au Bolshoï. Первый акт Нуреева в Большом театре для меня очень ностальгический и трогательный. Parce que les tableaux, je les ai vus. Потому что картины, я их видел. Да. Les fauteuils, les canapés, je me suis assis dessus. Кресла, диваны, я сидел на них. Il avait sa salle à manger était presque aussi grande que le studio, que la scène ici. И его столовая была размером примерно с эту сцену. А вот так. Tout Красиво. Était tapissé de cuir de cordoue. De cuir de cordoue, la ville de cordoue. Ah, и все было обито кожей из кордоу. Avec des miroirs, non, c'était magnifique. И зеркала, и потрясающе. Il y avait le clavecin, il y avait ces grands canapés avec les canapés étaient recouverts de tissus qui avaient servi à des décors que Georges Haïdis, un décorateur avec qui travaillait beaucoup, avait fait. И клавесины, диваны, которые были покрыты тканями, которые сделал вот этот вот декоратор, с которым много Нуреев работал. Puis il avait toujours le bonnet avec le pull Missoni, la marque Missoni. Il était toujours chamarré. Non, c'était. Il avait toujours cette beret et marque Missoni. Fantastique. Je me rappelle, il avait des coupelles avec des bracelets marocains travaillés en argent. Et c'était vraiment, c'était beau, c'était magnifique. Il avait beaucoup de браслетов, золотых, серебряных, там каких-то марокканских. Потрясающе. Мне кажется, после такого вот путешествия по квартире Нуреева. Хочется выйти на улицу и просто вот пройтись по лесу, и чтобы какое-то такое чистое пространство. Et je peux vous raconter une anecdote. Я могу рассказать одну историю. Sur cet appartement qui était sur le qui donnait sur le Louvre, le musée qui donnait en face du Louvre. Об этой квартире, которая на набережной Вольтер, прямо напротив Лувра. Et en fait, il avait les toilettes. Был туалет. Toilette. Avait une fenêtre. Было окно, un peu haute, немножко высокое, mais qui donnait высоко, sur le musée du Louvre, которое выходило на Лувр. Et il avait demandé, и он попросил, que les toilettes soient surélevées, чтобы туалет подняли, унитаз подняли, pour qu'il puisse profiter en même temps de la vue sur le Louvre. Чтобы он одновременно мог любоваться Лувром. Les ouvriers ont jamais voulu le faire. Рабочие не хотели этого делать. Il était furieux. Он был просто в бешенстве. Кто победил в результате? Les ouvriers. Рабочие. Рабочие. Так бывает. Non, mais c'est, faut être Rudolf pour penser à ça. Ну, чтобы об этом подумать, надо быть Рудольфом. Да. Ну, это точно, да. Поставим здесь многоточие. Я хочу еще сказать, вы же с потрясающими танцовщицами, с балеринами, извините, встречались в своей жизни. Вот вы уже одну из них назвали. Потом Сильвия Гилем. Это же абсолютная тоже и легенда. И мне посчастливилось, я был на, может быть, одной из самых последних ее выступлений в Москве, в Театре Моссовета. Был огромный ее такой гала-концерт. Мне кажется, это был прощальный тур, когда ей было уже 50 лет. Но оторваться от нее невозможно было. Это такая была бешеная энергетика и такая актерская мощная энергия. Вот каково рядом с ней было быть на сцене? Это же тоже нужно друг другу соответствовать. C'était très simple. На сцене быть с ней очень легко. Легко, да? Sylvie était quelqu'un de... Il y a des choses qu'elle n'aimait pas. Elle était aussi un peu comme Rudolf. Elle détestait qu'on lui dise non.
Она была немножко как Рудольф. Она не любила, когда ей говорят «нет». А, вот как. Sans expliquer, sans une bonne raison. Без какого-либо основания, mm-hmm. убедительного основания. Et ce qui était formidable avec Sylvie aussi, c'est que, avec Sylvie, grande étoile, il y a toujours, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement honnête avec ses partenaires aussi. И Сильви, хотя она такая великая туаль, прима-балерина, она всегда была очень искренней со своими партнерами. Moi, j'ai adoré danser avec Sylvie parce que on était dans une sincérité et elle avait besoin de son partenaire pour exister et son partenaire voilà c'était quelque chose de très simple. Jamais elle n'a fait la star en pensant que les non c'était toujours quelque chose de lié, d'intime, d'extrêmement professionnel et de sincère. И у нее с партнерами всегда была искренность и честность. Не было никакой звездности. И она нуждалась в партнере, партнер нуждался в ней. И это было очень легко, просто и вот очень искренне. И une petite anecdote, peut-être. Маленькая еще история. Sylvie était tellement sincère. Sylvie была настолько искренней. Que dans la version de Roméo et Juliette de Rudolf Nureyev. Что в версии Рудольфа Нуреева Ромео и Джульетты. À la mort de Tybalt. Смерть Тибальта. Elle gifle Roméo de désespoir, de colère, de haine. Enfin, il y a un mélange. Она ударяет Ромео от чувств, там и ярость, и разные другие чувства. А Ромео вы в этот момент? Да. 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 Et elle me dit, Laurent, il faut que la gifle soit vivante. La gifle. И она говорит, что, знаешь, все-таки пощечина вот эта, которую я тебе даю, она должна быть живой. Настоящей. Да. Ужас. Et je lui dis, et ça a été mon erreur là-dedans. И я ей сказал, и это было моей ошибкой. Да. Je crois que j'ai à peine. Heureusement que le rideau est tombé après, parce qu'elle y est allée franco et. К счастью, занавес потом сразу опустился, потому что она, конечно, со всей силы. Mais en même temps, je l'ai pas regretté. Но я об этом не пожалел. Parce qu'après, j'étais accroché à elle. Ivre de cette violence et de ce désespoir profond, et c'était un moment aussi très beau après. Потому что я был опьянен вот этим ее чувством, этой ее яростью и привязан к ней еще больше, и это получился очень глубокий момент. Mais je ne dis pas que c'est la seule façon de faire. Hein. Но я не говорю, что только так можно этого добиться. Браво. Да. Ну что ж, замечательно. Ну, кстати, вы же с нашей Светланой Захаровой, с потрясающей балериной, примой балерины Большого театра, ведь тоже танцевали? Да, да, c'est un très grand souvenir aussi avec Svetlana. Это тоже очень большие воспоминания, прекрасные. А где это было? C'était à l'Opéra de Paris, pour Gisèle. В парижской опере Gisèle. Gisèle, да. Gisèle. Vous savez, les plus grandes artistes sont les plus simples avec qui on peut travailler quelquefois. Величайшие артисты оказываются самыми простыми людьми, да. с кем работаешь. Это парадокс. Et c'est la vérité. Et это правда. Et ce qui était moi ce que j'ai toujours aimé aussi, ce qui était important pour moi dans une relation avec une partenaire. Что для меня всегда было важно в отношениях с партнершей? C'est d'avoir une connexion, quelle qu'elle soit. Это иметь связь, какая бы она ни была. Il faut, ça peut être une forme de tendresse, ça peut être une forme de d'avoir une séduction, d'avoir. Это может быть какая-то форма нежности или какая-то форма соблазнения. Ou simplement une forme de complicité. Или какое-то товарищество. Ou une forme de compréhension. Или взаимопонимание. Mais quelque chose. Но что-то. Quelque chose qui fait que voilà, c'est vous connectez. Что вы коннектитесь друг с другом. J'ai eu cette chance de danser avec. J'ai rarement dansé avec des danseuses avec qui je n'étais pas connecté. Я очень редко танцевала с танцовщицами, с кем не получалось установить какую-то связь. Mais je peux vous dire quand ça arrive, c'est long, c'est très long un spectacle. Но когда так происходит, скажу вам, спектакль очень длинным становится. Parce que vous êtes tout seul, en fait. Потому что вы один, по сути. Поэтому лучше пощечина от партнерши, после которой ты падаешь, закрывается занавес. Но ты чист перед всеми, ты чист перед искусством прежде всего. Oui, oui, non, mais il faut que ça soit vivant, c'est ce que je dis.
Ну да, нужно, чтобы было живое. Жизнь. Да. Это очень важно. Очень важно. Это очень важно. В 2007 году, насколько я знаю, да, ваша актерская карьера по понятным причинам подошла к финалу. Вы стали педагогом, вы стали одним из руководителей Парижской оперы и много разъезжали по миру как педагог-репетитор и ставили спектакли, да, насколько я понимаю. И вот в 2017 году самолет с Лораном и Лером приземлился в Москве, в аэропорту Шереметьево. И вашим домом стал музыкальный театр имени Станислава Скамировича Данченко. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais jamais je n'aurais pu imaginer diriger une compagnie russe un jour. Да, я никогда не мог представить, что буду руководить русской компанией, русской труппой. Et en fait, les choses me semblaient lointaines. И мне казалось, что это где-то все далеко. Et quand on m'a proposé de cette opportunité, cette possibilité, cette chance de pouvoir diriger le théâtre, la compagnie du Stanislavski. И когда мне это предложили, этот шанс, эту удачу. Je ne me suis même pas posé cette question, je ne me suis pas dit c'est loin ou pas loin, je me suis dit pourquoi pas. Et я даже не задавался вопросом, далеко это или близко, я сказала почему нет. Le projet qu'on m'avait proposé était quelque chose de très séduisant. Проект, который мне предложили, был очень соблазнителен. Руководить труппой. Руководить театром. Absolument, avec un projet aussi, qu'est-ce qu'on attendait de moi. И что от меня ждали конкретно. Et je suis venu, bien sûr, voir, je suis venu deux fois voir la compagnie. Я дважды приезжал смотреть на труппу. Et j'ai senti qu'il y avait de l'envie, qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait de beaux artistes. И я почувствовал, что есть желание, есть потенциал, есть прекрасные артисты. Et j'ai eu la conviction qu'on pouvait faire quelque chose, voilà, qu'on pouvait travailler ensemble, qu'on pouvait faire avancer les choses, qu'on pouvait faire bouger les choses et en même temps faire vivre cette compagnie ensemble, quoi. И я убедился, что мы можем что-то сделать, мы можем вдохнуть еще больше жизни в эту труппу и сделать какие-то хорошие вещи вместе. И мне кажется, еще один очень важный момент. Тут соединилось многое. С одной стороны, желание труппы соответствовать тем задачам, которые поставили вы. А с другой стороны, ваш авторитет, ваше имя помогло привлечь в этот театр современных хореографов с разным мышлением, с разным почерком. Это и Александр Экман, это вот и Охад Нахарин, которого мы уже упоминали, и американец Пол Тейлор. Это мастера, ну, уже классики жанра, можно сказать, да, которые благодаря вам появились в России. И ваша идея в этом смысле, вот как вот вы можете сказать, вы экспериментатор, вы новатор, потому что, ну, театр уже танцевал современную хореографию, но это все-таки были больше такие классики современной хореографии и Киллиан, и Нач Дуата. Вы более радикально поступили с репертуаром. Вы были уверены, что артисты на это готовы, или вы понимали, что вы просто по-другому не можете существовать как руководитель и идеолог этого театра? Non, je pense pas être quelqu'un de radical. Нет, я не думаю, что я радикален. J'ai des convictions. У меня есть убеждения. Mais je voudrais revenir sur une chose au début, et je reviendrai sur ça après. Non, я сначала вернусь к одному моменту, да, а потом да, к вашему вопросу. Quand je suis venu ici, je suis venu, j'avais la possibilité de venir avec un ou deux pédagogues, si je voulais. Quelqu'un qui vient avec moi. Когда я сюда переезжал, у меня была возможность взять с собой одного или двух педагогов. Et je me suis dit, c'est pas une bonne chose à faire. И я сказал себе, что это не очень хорошая идея. Why? Why? Потому что vous avez, quand vous avez dans cette compagnie, il y a 10 pédagogues. В этой труппе 10 педагогов. И очень хорошие педагоги. Да, да. Qui ont leurs différences, leurs spécificités. Il n'y a pas deux artistes pareils, il n'y a pas deux pédagogues pareils, donc c'est une richesse. У каждого есть какая-то своя спецификация, свои особенности, потому что как нет двух одинаковых артистов, так нет двух одинаковых педагогов. Это богатство. Et je pense que si j'étais venu avec mes pédagogues à moi. И мне кажется, если бы я приехал со своими педагогами. Может быть, один педагог. Ну или с одним педагогом. Je pense que j'aurais envoyé un très mauvais signal. То это был бы очень плохой сигнал, который я бы подал труппе. J'aurais envoyé un signal en disant, voilà, c'est ma façon de travailler, donc vous ne faites pas la même chose, donc je ne vous fais pas totalement confiance. Это бы сказало, что вот я делаю вещи так, а вы их делаете не так, поэтому я вам не доверяю. То есть диктаторство.
Non, pas dictateur, mais c'est là, je parle de, c'est le maître mot, c'est, enfin, c'est la confiance et le respect, c'est deux choses, la confiance et le respect. Нет, не диктаторство, тут важно доверие и уважение. Et donc, moi, mon ambition en arrivant au Stanislavski, c'était pas de faire une révolution et de dire, voilà, je suis français, le style français, c'est la vérité, non, c'était pas ça. И приехав сюда, у меня не было каких-то амбиций доказать, что вот я прав, вот есть французская школа, надо делать только так, нет. Je suis venu, le Stanislavski compte une compagnie russe. Потому что я приехал в русскую труппу. Со своими традициями, со своим мышлением. Avec ses traditions, absolument. Avec son histoire, vous parliez de Bourgmestère. Со своей историей, вы про Бурмейстера говорили. Et c'est normal. Donc, mon but, c'est pas de changer ça. И моя цель не менять это кардинально. Mais, en revanche, aujourd'hui, une compagnie, une institution comme le Stanislavski, avec une scène, un théâtre, avec l'opéra, l'orchestre, le ballet. Но сегодня театр Станиславского, Немировича Данченко, с балетом, с оперой, с оркестром, со сценой. C'est une compagnie qui doit aussi vivre avec son époque. Это труппа, которая должна жить все-таки в своей эпохе. Je ne dis pas que c'était pas le cas avant. Я не говорю, что так не было до моего прихода. Parce que les appréciations sont différentes en fonction. Mais puisque c'est à moi qu'on a demandé, on m'a proposé ce poste et que j'ai accepté. А потому что у каждого все-таки свое восприятие. Но поскольку меня сюда пригласили. Ce que j'essaie à travers tous les chorégraphes qui sont venus. Что я стараюсь сделать с помощью всех хореографов, которых приглашал? Pour moi, c'est une notion très importante. Ce sont des chorégraphes. On ne parle pas des chorégraphes. C'est pas des chorégraphes d'expérimentation. C'est pas un centre de recherche. Это не какие-то экспериментальные хореографы, это не какой-то центр исследований и открытий. Ce sont des chorégraphes qui sont reconnus dans le monde de la danse. Это хореографы, которые признаны в мире танца. Et aussi en Russie, hein. La Russie n'est pas une exception. И в России, в том числе, Россия не исключение. Donc, mon constat, c'est de dire, voilà, pourquoi une compagnie russe ne pourrait pas faire ce répertoire qui fait partie du répertoire de beaucoup de compagnies. Pourquoi une compagnie russe ne le fait pas? И тогда вопрос, почему бы российской компании, российской труппе не сделать эти танцы, которые делают танцевальные компании по всему миру? Donc c'était aussi simple que ça. Et après, le travail, j'ai essayé de le faire de manière progressive. И я старался сделать работу прогрессивной мерой, ну, по мере восхождения. Et évolutif, parce que c'était un travail aussi pour moi, j'essayais de tenir compte de ça. Et я старался отдавать себе в этом отчет. Vous avez à la fois le public et vous avez la compagnie. Потому что есть публика и есть труппа. Avec la compagnie et le public, avec des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. И с какими-то вещами, которые никогда раньше не делали. Donc chacun a besoin d'aller en parallèle dans une forme de proposition. Публике и труппе нужно развиваться как-то параллельно, чтобы вместе к этому приходить. Et en fait, ouais, le public russe, vous savez, la grande phrase, le public russe est conservateur. Non, je crois pas. Есть такая фраза, такое мнение, что русская публика консервативна. Но нет, почему? Нет, le public russe a besoin d'avoir des pièces de qualité. Non. Я могу сказать, российская что... публика хочет видеть качественные спектакли. Dansé par des danseurs de qualité. Станцованные танцовщиками качественными. Et c'est là où je rejoins, c'est que le travail des pédagogues. И очень важна работа педагогов. C'est essentiel. Это жизненно важно. Donc si vous n'avez pas ces trois éléments. И если этих трех элементов peut-être нет. Peut-être ça marche pas. То тогда дело может не пойти. En sachant, il faut être aussi humble, c'est que ça sera la perfection, on tend toujours la perfection, c'est notre but. Мы, конечно, всегда стремимся к совершенству, это наша цель. Mais nobody is perfect. Но никто не идеален. Да, да. Mais on essaye chaque fois d'avancer un peu plus, de structurer le travail avec des enrichissements de chorégraphes différents aussi, pour se nourrir. Но каждый раз мы стараемся как-то пойти еще куда-то дальше, прогрессировать, питаться в творческом плане тем, что приносят вот эти вот хореографы, которых вы назвали. Развиваться. Извините. Sans oublier, je n'oublie pas, je suis de formation classique, je n'oublie pas le grand répertoire classique. Ну и, конечно, и у меня у самого классическая школа, и я не забываю о классическом репертуаре тоже. Le Stanislavski a 15 ou 16 productions classiques qui sont des productions qu'on donne en permanence. Et dans le théâtre Станиславского Немировича Данченко, il y a 15-16 classiques spectacles, classiques постановок, que nous montrons régulièrement. При этом возобновили в хореографии Нуреева Дон Кихот. Спектакль, который поначалу был резко воспринят на Западе, да, и в общем много критики было.
А потом он стал фактически эталонным спектаклем. Ну, время все расставило по своим местам. И этот спектакль сегодня пользуется огромным успехом у зрителей. Скоро премьера балета «Ромео и Джульетта», который вы доверили поставить совсем молодому хореографу Максиму Сивагину, солисту балета. И очень интересно, что это получится, поскольку Максим, я думаю, вы знаете, работает в содружестве с режиссером Константином Богомоловым, для которого это первый опыт постановки балетного спектакля. Совсем скоро премьера. Oui, bientôt, ça arrive vite, oui, ça va très vite. Да, время бежит быстро, vite, да. Очень быстро. Non, mais moi, je trouvais, j'ai pas vocation à faire, pour l'instant, je ne le pense pas, d'autres ballets de Rudolf Nureyev au répertoire du Stanislavski. Nous avons Don Quichotte, et c'est très bien. А пока я не думаю о том, чтобы еще какие-то балеты Нуреева принести в эту труппу. У нас есть Дон Кихот, и хорошо. Parce que je pense que le Don Quichotte, c'est un des meilleurs ballets de Rudolf qu'il a fait. Я считаю, что Дон Кихот один из лучших балетов Рудольфа. Mais je pense aussi, il est normal aussi quand un public est habitué à voir une certaine version et qu'on change cette version, c'est toujours un peu au début, ça dérange un peu, on s'interroge pourquoi, est-ce que c'était nécessaire, pas nécessaire. Ну, естественно, когда публика привыкла уже к какой-то определенной версии, и когда происходит замена, возникает вопрос, а зачем, а надо ли было это делать? Инерция. Да. Mais je pense que c'est nécessaire aussi de faire que les choses tournent. On peut pas garder. Ça s'est passé par le passé, mais il y a certaines versions qu'on ne va pas garder non plus éternellement. Il faut qu'elles se renouvellent, il faut qu'elles se renourrissent. La danse évolue. Но все-таки какие-то версии нельзя держать бесконечно. Танец меняется, эволюционирует, и нужно что-то обновлять. La danse, la technique classique a énormément évolué depuis 50 ans. За 50 лет техника классического балета очень сильно эволюционировала. Ça veut pas dire qu'il y a 50 ans, c'était pas bien. Но это не значит, что 50 лет назад было плохо. Но, кажется, сохранился в репертуаре театра спектакль «Снегурочка» в хореографии Бурмейстера. Oui, да. И это как раз вот та преемственность, о которой вы говорите. Сейчас у нас для вас есть сюрприз. И я хочу попросить нашего уважаемого Лорана и Лера провести небольшую репетицию, сценическую репетицию прямо сейчас здесь для нас. Да. Это будет солистка. Да. C'est simplement, on va reprendre la sylphide de Pierre Lacotte. Мы порепетируем сильфиду Пьера Лакотта. Je demandé мы ее восстанавливаем. À Настя. Pour moi, la sylphide est un travail... Voilà, quand on... Le répertoire d'une compagnie aussi... Je fais très vite. Я вкратце расскажу. Le répertoire d'une compagnie, c'est aussi avec des styles différents. Le style de Pierre Lacotte est très particulier. В репертуаре труппы есть разные стили. И стиль Пьера Лакотта, он очень особенный. Qui est un travail, vraiment, c'est en dessous du tutu, le pied, la présentation, c'est du travail de dentelle. Et je trouve que c'est toujours... D'abord, c'est un très très beau ballet. И работа ногами очень кружевная просто. Et я aussi... считаю, это очень красивый балет. Et c'est aussi quelque chose de très intéressant, aussi de très important pour une compagnie de danse de travailler. И мне кажется, труппе балетной очень важно проработать вот это все, поработать над этим. Donc voilà, j'ai demandé à Anastasia Lemienko. И я попросила Анастасию Лименко прийти. Настя. Ку-ку, Настя. Настя здесь? Yes. Лименко. No, okay. Настя, да, Настя готова уже, Настя в пачке. Но мы сейчас, да, Настенька, добрый день. Мы сейчас сделаем небольшую перестановку, все-таки мы не будем вот так вот. Это не часть мизансцены балета. А я возьму с вас пример. Как дела? Прекрасно. Готовы? Да. И это Анна, которая на пиано. Анна. Концертмейстер Анна Малышева. Спасибо большое. Et c'est simplement, ça va être assez court, mais simplement pour illustrer un peu le travail de... Это будет короткая репетиция, но просто мы покажем немножечко. À la fois de Pierre Lacotte et aussi des choses qui, moi, me sont très sensibles aussi. Покажем какие-то вещи Пьера Лакотта, и которые мне кажутся очень важными. Donc c'est une variation extraite du deuxième acte de la Sylphide. Это вариация из второго акта Сильфиды. Настя, нормал? Жарко, да? Окей. Okay. Маленький, сначала, пожалуйста.
Анна. Стоп. Стоп. Сначала. Можно это... Раз, два, три. Это pas de bourré. Can you cross a little bit more? Yeah. And потом this one. Relax. Just a yam. И можно глиссад это чуть-чуть. Можно глиссад... Может быть, шаг-шаг. Нет глиссад. Шаг-шаг. Это сильфид. Это сильфид. Шаг-шаг. И потом так. И потом это здесь, это маленький développé. Показать пятка. И потом de chat. И та-та-та ям. Non. Можно ти-та-ти-та ям. Я-та-ти-та ям. Exactly, Miss Smith. Да. Ти-та-ти-та ям. Стай ит. Та ям. Стай ит. Та раз. Раз. Я-та-ти-та-ти-та. Стай ит. Лучше, лучше. Ям. Хорошо певать. Стоп. Да-да-да, стоп. Yes. Та-та-та-та-та. Можно? Так. I think it's important, yes, for your hips also, because for the body, if you are just normal, it's это not enough. Тела, if you are something, бедер. It gives you something more with the body. So you can just play with that. Yes. And after, pas de chat, can you just... Il faut que ça soit super précieux. Il faut que ça soit... Надо, чтобы это было очень точно. Да. Без энергии, at the same time you have to do it. So it's, без энергии, но в то же время это надо сделать. Play with the body before this one. Yeah. Да. Est-ce que c'est possible? Да. Est-ce que c'est possible de faire des transitions de corps de telle manière à ce qu'elles viennent naturellement sans contraindre le corps? Можно ли передвинуть тело так, чтобы это было очень естественно? Pas de chat, tati, tati, et tata, et потом, да, без энергии. Чуть-чуть раньше. Тя, тати, 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 тати. Нет, это да. Ти, да. Я, да. Я не хочу видеть сначала. Да, можно? Да. Ошибка. Еще раз. Сейчас. Настя. Хорошо. Можно здесь? Это очень важно. Ям. Ти-да-ди-да, ям. Там. Ятям. Да. Can you и потом. Я-да-я-пам-пам. I don't want to understand why it's happened after. Я не хочу видеть подготовку к прыжку. Я не хочу понимать, почему это происходит. Ева. Но в музыка. Ти, опаздывай еще чуть-чуть. Вместе. Та-та-ти-та-ти-та-тя. Tiens. One, two, three, four, five, six. Раз, два, три. One, two, three, four. Okay, Настя, ça, хорошо. Таян, пам, ти. Таян, пам, ти, пам, пам, пам. Ян, пам, пам. Да. Раз, два, и потом. Раз, да. Раз, два, и ти, пам, пам, и ап. Ти. Чуть-чуть. Я. Работа вообще, да. Тарьям, пам, тим, пам. Можно сначала манеж, круг? Не. Тарьям, пам, 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 пам. Это другое, но? Да. Тарьям. Тарьям, пам, пам. Раз, два, три, та-ти-та-ти.
стоит? Окей, окей, окей. Музыка это... Можно еще раз внести? Ям-пам-пам-пам. Yes, yes, it's not enough. Та... Корпус это музыка. Та ям-пам-и, пам-па, ям-и-ам-и. И потом, да? Еще раз. Только музыка. Раз, два, три, четыре. Ям, пам, пам, ти, там, пам. One, two, three, four. Ям, ям. Стоит. Стоит. Окей. Да. Думать только музыка. Да, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, да, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, стоит. Окей, лучше, лучше, да, это же музыка. Pour moi, c'est aussi la musique, danser. La musique est tellement quelque chose d'important dans le spectacle. Для меня в этом спектакле очень важна музыка. Et j'en parlais aussi avec les danseurs, avec ça devient tellement lisible, devient une telle compréhension aussi pour le public, parce que la musique est quelque chose que tout le monde peut ressentir. Et я с танцовщиками об этом говорил, что музыка становится практически видимой, поэтому публика может тоже ее чувствовать. Раз. Может быть, раз en dehors, первый. Раз, два, да. Раз, два, три, четыре, и. Just turn. Ям, чи, пам. Да? Use this arms. Ям, пум. Yes, but without shoulder. Just, you can, just stay чуть-чуть en dehors. Turn. Yes. Relax, relax. Да. И... Следующее... No, no, just ям-пам-пам-пам. Та-рям. Та-ям. Па-ям. Та-ям. Ти-тям. Да. 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 Ям-пам-пам-пам. Это спокойнее, это быстро. Вы музыка? Окей. One, two, three, four, five. Нет. Я хочу здесь. Это чуть-чуть. Ой. Извините, это... No. Окей. Раз. Лучше. Да. Окей, окей, да, лучше. Now, this one. Stay. Стоя. И потом. И да. Да. Это другой шаг. Да, да, да. Дальше, пожалуйста. Дальше пируэт. Таям, пам-пам. Stop, stop, да. Я же ты. Don't think about jump, think about landing. Не думай о прыжке, а думай вот о позиции. Just, yes, just like, yes, just make it easy. You have to do, it's a little bit with, yes, you have to do it a little bit to jeter. Think about the, you can jump, but you have to, well, it's a bit hard here, but you have to think about this one. And after, can you just like, really play with the movement? It's too much, huh? No, it's like... No, no. Chak, chak, chak. It's like you play, you know, there is something on the floor, and then как after... Как будто бы что-то есть на полу? Yeah. It's like you see something, and ты there's something что-то, else. А потом там so что-то видишь? So you can play with the body, yes. Можно поиграться yes. с телом. And here it's... Chak, chak, boom. Да.
Чуть-чуть. Итальян, итальян. Ята, тита, тита, стоит релакс. Тира-рира-ям. Окей, окей, окей. Лучше, да, да. Это нет. Фум, и... Есть, да, это чуть-чуть маленький фуэте, да. Та-да-та-та. So it's not so big, you know. Не такой большой. It's not going already here. Да. Да. Yes? Like, it's like you change your mind, you know, it's like... Как будто ты передумала. Okay, so I know, and now... Can you make a little bit before, please? Ya ta ti ta ti ta tiam. Ti da da. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
Et maintenant, ils font des olives et je trouve ça merveilleux de pouvoir récolter quelque chose, voilà, quelque chose qui se traduit. C'est comme un énorme plaisir et peut-être même un fantasme, peut-être. Et сейчас они, естественно, плодоносят и приносят оливки, и я нахожу это совершенно удивительным, что-то вот так вот делать, и это какое-то мое удовольствие большое, даже в какой-то степени фантазм. Mais peut-être aussi, pour finir, c'est juste qu'on vit dans un monde, on a les artistes et dans le monde du spectacle, on a énormément de chance de vivre toutes ces choses différentes, de rencontrer des gens merveilleux. Comme artistes, nous avons большую удачу et большое счастье жить в спектаклях и встречать замечательных людей. Alors, on n'est pas non plus chez les bisounours, hein. Il peut y avoir des tensions par moment, il y a des difficultés, des problèmes, c'est normal. Ну, конечно, иногда бывают и какие-то сложности, и проблемы, это нормально. Mais ce qui est important, c'est ce but commun dans lequel les artistes, toutes les équipes, qu'elles soient techniques, et je remercie aussi les équipes techniques aussi qui sont là, je le fais pas assez souvent d'ailleurs. И очень важно, что есть общая цель, над которой работают все, и артисты, и технические службы. Я хочу отдельно поблагодарить техническую службу. Я, может быть, недостаточно часто это делаю. La musique, les pédagogues, mais aussi, je veux dire aussi toutes les parties administratives aussi qui font vivre un théâtre. Концертмейстеры, педагоги, также вся административная часть, которая позволяет театру жить. Et voilà, on est de travailler dans cette énergie commune pour arriver à essayer de vous proposer le meilleur. И мы работаем все вместе, чтобы предложить вам лучшее. De prendre parfois des risques pour vous les proposer. Иногда мы рискуем, чтобы вам это предложить. Je crois que ça fait partie du métier et que peut-être c'est aussi utile. Мне кажется, что этот риск это тоже часть нашей работы и это в какой-то степени полезно. Parce que je pense que la scène est un espace de liberté qu'on peut utiliser vraiment pour transmettre et communiquer avec vous. Потому что я считаю, что сцена это пространство свободы, которое мы можем использовать, чтобы общаться с вами. Mais c'est vous qui nous faites vivre parce que vous venez dans les salles de spectacle. Но вы даете нам жизнь, потому что вы приходите в залы. Donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Спасибо. Я благодарю, что вы сегодня пришли. А я хочу сказать поблагодарить вас, уважаемый Лоран. Я счастлив возможности сегодня с вами поговорить, что называется по душам, и хочу от всех нас сказать, мы ждем от вас новых. Интереснейших спектаклей, которыми изобилует в последние годы театр Станислава Кунировича Данченко. Удивляйте нас, рискуйте, экспериментируйте, восхищайте. А мы вам отвечаем любовью. Мы будем работать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.